Виктор Владимирович, а вот подписчики спрашивают, а что делать? Точки на небе чуть собрались, и начинается головная боль в висках. И буквально стучит. Вот пульс стучит в голове. Что делать? Что делать? Сейчас я подумаю, посмотрю. Так, ключей нет, зубочистки нет, спичек нет. О, а есть рубль? Вот возьмите вот монетку, найдите у себя вершину пучечки большого пальца. Или левой, или правой руки. И вот таким вот образом, поковыряете у себя это место в течение 40-50 секунд по часовой стрелке. Если вы левша, начните это делать у себя на левом большом пальце. Если вы правша, начните у себя это делать на правом большом пальце, а потом поменяйтесь местами. И вы посмотрите. Я не знаю, как в отношении туч, а головная боль пройдет точно. Ну, понятно, что это такая экстренная помощь, которая там на какое-то время поможет с этой болью распрощаться. Ну, конечно. А какое это... системное решение существует? Вот головные боли, различные локализации, особенно когда метеозависимость у людей выраженная, когда атмосферное давление скачет, и вот говорят, и наше давление скачет. Что вообще применять, что делать? Ну, для этого нужно освоить наши авторские системные подходы. У нас есть несколько систем борьбы с головными болями разного генеза, то есть разного происхождения, на которых мы подробнейшим образом остановимся на нашем ближайшем вебинаре. Регистрируйтесь, приходите, ссылочка прямо под этим видео. И на этом вебинаре мы вам расскажем не только, как на одном рубле можно заработать здоровую голову и не бояться метеозависимости, метеочувствительности, а обрести знания с точки зрения системного отношения к своему здоровью. И тогда никакие облака, никакие тучи, никакие невзгоды природного происхождения не будут вам страшны. Милости просим.